Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Смотри, не могу выбрать, какое. Вот такое вот или вот такое? Мне вот это больше нравится, а тебе? Ну и это тоже нравится. Ну много у меня колец, и что? А пальцев-то тоже вон сколько. Вот только стоит зайти в Александрию, ты чувствуешь эндорфины, радость. Колечки. Держи лайфхак от Жанны. Кольцо нужно покупать твоего размера, потому что зимой ты его можешь потерять, а летом с трудом снять. Не благодари. Мне, представляешь, ребенок попросил, говорит, мам, купи мне на день рождения печатку мужскую, хочу такую самую настоящую. Ой, невеста. Пойдем посмотрим. Ты только представь, компания «Александри» дарит всем молодоженам серебряную подкову с бриллиантом на счастье. Все, что для этого нужно, просто выбрать новое украшение. Кстати, его можно купить в любом магазине «Александри» и получить сертификат, по которому в самый счастливый день в свадебном сквере, в торжественной обстановке, молодожены расписываются в книге регистрации счастливых семей и получают самый настоящий талисман – серебряную подкову на счастье. Свадьба – это всегда так весело, так весело. Ну и что, что лето прошло, словно и не бывало. Мы же всегда можем поднять себе настроение шопингом. Тем более в модном квартале появился новый бренд Love Moschino. Подожди, подожди, ты сейчас в обморок упадешь. Да? Ну вот, бренд только появился, а смотри, уже полная коллекция. Хочешь, тебе и платьишки. Посмотри, какие кофточки, а, джинсики. Ой, как я это все люблю, как я это все люблю. Обувь надо не забыть. Смотри, я себе какую красоту подобрала. Вообще, ты не представляешь, как это удобно, как это классно. А, страдаешь выбором, да? Да, глаза разбегаются. Вот это бери. Мне очень нравится это. Посмотри, какие классные модели для мелких на осень, да? Если ты купила джинсы Tommy Hilfiger, тебе их носить не сносить. А вообще, я тебе хочу сказать, от этого бренда в этом году очень хорошая осенняя коллекция. Очень удачная. Пошли еще в Hugo Boss, там новая коллекция. Сейчас посмотрим. Вот такенная. Ой, что это? Слушай, я сама не ожидала, как он на раке оказался. Тем более, это на папире. На него сейчас скидка, а он, кстати, демисезонный. Ну вот, посмотрела на всю эту красоту, теперь себя чувствую, как Золушка в обносках. Поэтому, знаешь что, я психанула. Ну что, как всегда, мальчики налево, девочки направо. А знаешь, почему девочки направо? Потому что даже если ей 5 лет, она все равно права. Осеннее обновление, гардероб.
Смотри, блогер. Серьезный парень. С такими поспоришь. А может быть, спортсмен? Готовый к новым рекордам. Горячий парень, потому что ему всегда тепло. Независимый мужчина, даже дома. А это? Спокойной ночи. Вот если ты покупаешь вещь флисовую, носить тебе ее не сносить. Королева бала, ты посмотри, прям с вуалью, с фатой, я так не могу понять, что это, но очень красиво. Пожалуйста, на первый бал. А здесь звезда ТикТока. А вот это красота, чтобы принцесса не замерзла. Фитоняша. Как тебе этот образ? Просто леди. А как тебе капризуля? Что, не удержалась? Куда ты столько набрала? Акция? 10% на все детские вещи? Так это для многодетных семей. Тебе как минимум еще двоих надо. Хотя во Флора Тверь такие цены, что ты все это купишь без ущерба для семейного бюджета. Мне очень нравится, когда украшения есть только у меня. Вот такие вот эксклюзивные. И ты не представляешь, какой комплект сейчас принесут. И он будет только у меня. А вот и он. А еще в демонстрационном зале салона «Александрит» ты сможешь ознакомиться с последними тенденциями ювелирной моды, получить информацию о заводе-изготовителе, который, возможно, впервые представляет свою продукцию для жителей Твери. Ну вот, это тот самый комплект. Знаешь, чем уникален? То, что это ручная работа, и это выполнено в единственном экземпляре. Ты можешь так носить этот комплект, а перевернуть камушек и совсем другое украшение. Здесь представлен уникальный бренд «Якут Бриллиант», объединяющий в себе итальянскую классику ручной работы и якутские бриллианты, той самой русской огранки. Это когда бриллианты в украшении не облагорожены первой группы цвета. А еще здесь бриллиантовые украшения европейского бренда «Stella Avenue». Но я хочу обратить твое внимание на эксклюзивную продукцию бренда «Силы природы». Все украшения выполнены вручную в единственном экземпляре. Ну а в платиновом кабинете ты можешь почувствовать себя настоящей VIP-персоной, где в непринужденной обстановке, ну скажем, за чашечкой ароматного кофе, ты можешь выбрать украшение по каталогу или сделать заказ на изготовление изделия по собственному эскизу, а воплотить эту идею помогут ювелиры салона «Александрит». Здесь, в демонстрационном зале, представлены украшения бренда «Геворкян». Это те самые украшения, которые, знаешь, представляют семейную ценность и передаются из поколения в поколение. Ну, как в фильме, помнишь, это кольцо принадлежало моей бабушке. Ты даже не представляешь, какую ценность оно имеет. А если ты растерялась и не можешь сделать выбор, на помощь придут специалисты салона «Александрит». Ну, отсюда просто не хочется уходить, согласись, да? И время как пролетело незаметно. Что-что, это мое, кстати, успокойся. Ну, как будто я здесь купила бриллианты.